Сербия может стать первой страной, которая признает независимость самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Заместитель председателя сербской радикальной партии в эксклюзивном интервью Life News рассказал, что они готовят письмо к своему парламенту и правительству. Мы говорили с Донецкой Народной Республикой, что надо подготовить какое-то письмо, требование, чтобы Сербия признала Донецкую Народную Республику. Потому если это случилось, что касается Косово, почему это не может быть и что касается Донецкой Народной Республики? Потому я думаю, это будет мой, не только мой, но и партии, и друзей из патриотических партий и так дальше. Это будет первый шаг. Давайте, если Запад хочет, чтобы Косово стало независимым государством, почему не может Донбасс? Это будет наш первый аргумент.